компанию Tentorium я пришла в 27 лет. Перед компанией Tentorium я работала экономистом в областном комитете статистики. Такой мой опыт. Мои знакомые рассказали о том, что есть такая компания, есть такой замечательный продукт, очень вкусный, полезный. Мы очень быстро получили как удовольствие от применения этого продукта, так и первые результаты. И, собственно, поначалу я просто помогала своему мужу, своим друзьям и партнерам на тот момент создавать этот бизнес. И как-то так увлеклась, что вот уже 22 года как в компании Tentorium это мой единственный бизнес, в котором я развиваюсь. Моя жизнь за это время очень сильно изменилась. За это время у меня родились двое замечательных детей. Я путешествовала в такое количество стран, полмира я точно объездила. Конечно же, в моей жизни появилось очень много друзей, партнеров, клиентов, людей, которых я никогда бы не встретила без компании Tentorium. И мое личное развитие и становление как человека, который занимается бизнесом, случилось именно в этой компании. Моя жизнь материально тоже очень сильно изменилась. Сейчас мои финансовые доходы позволяют мне спокойно переехать жить в другое место, в другой город, выбирать условия для жизни с моей семьи, оплачивать обучение моим детям, их хобби, развитие и, конечно же, мое обучение тоже. В компании Tentorium каждый может найти себя, открыть свои таланты, способности, о которых он, возможно, даже никогда и не подозревает. Например, я начала в компании Tentorium петь. Я никогда не думала, что смогу обучать людей, помогать им развиваться, достигать целей, зарабатывать деньги. В компании Tentorium каждый может найти свое место и создать ту жизнь, которую он хочет.